Бэкст, 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 Бэкст. Он там! Быстрее туда! Ну, поезд! Ну давай, езжай уже быстрее. Мой первый день работы в аэропорту. Точнее, я открою свой личный аэропорт. Наконец-то! Самолеты, стюардессы, униформа. Все будет по красоте. Даже Кеха доволен. Наконец-то он полетает на самолетах. Так, это не наш аэропорт. Это аэропорт Меллинг 123. Осторожно, посадка завершена, мы отправляемся. Наш, по-моему, следующий. Как же хорошо, когда ты ездишь в поезде совсем один. Венхил. О, мое, мое. Все, остановите, дайте я выйду. Разрешите, я сойду. Так. Та-дам! И вот же мой аэропорт. Да, да. Тяжело назвать это сейчас пока что аэропортом, но это площадка именно для аэропорта. Ну что, давай начнем преобразовывать эту площадку. И сперва нам необходимо построить терминал. Опа. Ништяк. Терминальчик быстро построился. Пойдем глянем, что там у нас есть. Здесь у нас только администратор. Типа я буду за местного администратора. Я буду здесь всеми. И пилотами, и стюардами, и администраторами, и менеджерами. Вообще кем только можно. Я здесь буду один замещать всех. Ладно, администратором я не хочу. Потихонечку начали капать денежки. У меня уже 75 баксов. Могу построить гейт 1. Ну, давай построим. Это у нас выход в секцию А1. О-о-о, появилось даже табло с самолетами. Кто куда во сколько вылетает. Так, Ровейли 7782 в 447. Авиалиния Jet Black Airlines. Отличные авиалинии, наверное. Так, пойдем в гейт 1. А, точно, точно. У меня же еще нет самолетов. У меня только один выход есть к самолетам. Ладно. Сейчас мы это все исправим. Вот, вот это мне нужно. Увеличение прибыли плюс 5 баксов. Покупаем. То есть мне теперь должно приходить по 10 баксов. Да, смотри-ка, по 10 баксов каждую, сколько там, секундочку капает. Могу увеличить на плюс 7. Давай на плюс 7. А еще можно увеличить. Плюс 10. И плюс 15. Все. Теперь жду, пока накопится денежка. Trade Flying Time. Это, короче, торговать полетным временем за деньги. Ну-ка, пойдем глянем, что это такое. Ничего не происходит. Обидульки. Как же так? Я же хотел торговать своим летным временем. Ну, может быть, это как-нибудь реализуется чуть позже. Итак, у нас уже 749 баксов с тобой. Давай попробуем построить вот это вот. Что-то-то! Второй этаж у нас построился. Офигенно! Что у нас на втором этаже? А здесь, наверное, у нас будет кафешечка, потому что здесь можно построить стол за 500 баксов. Ну, давай построим его. Воу, отличненько. Можно вот так вот сидеть, пить кофе и смотреть на взлетную площадку. Да-да-да, здесь будет взлетная площадка. Будут взлетать огромные самолеты. Внизу появилась еще одна кнопочка «Расширить терминал». Нам его желательно расширить, поэтому покупаем. Воу, ты посмотри, сколько здесь места теперь появилось. Офигенно. Вау-вау-вау. Следующее увеличение своей зарплаты и стоит 2430 баксов. Кстати, да, там вон сзади у нас появились еще какие-то кнопочки. Можно там что-то прикупить, возможно, там топливные баки будут. Ну, в смысле, топливо здесь будет храниться. Что у нас здесь? О, точно, топливный контейнер. Ну, не знаю, не знаю, нужно ли его сейчас покупать, потому что у меня самолеты-то тут не летают. Хотя, если кто-нибудь из другой страны ко мне прилетит, так что ладно. Надо же их как-то заправлять. Купим, купим один этот контейнер, чтобы заправлять иностранные самолеты. Там, кстати, смотри, вон в небе самолетики летают. Их тут, кстати, очень полно. Так что не зря все-таки я купил этот контейнер. Может, ко мне когда-нибудь кто-нибудь из них залетит? На мой нищебродский аэропорт. Естественно, естественно, чтобы самолеты куда-то ставить, нужно купить ангар. Первый ангар покупаем за 1250 баксов. И теперь-то мы как настоящий аэропорт, только без взлетно-посадочной полосы. Интересно, а когда я смогу ее построить? Может быть, это вон та красная кнопка за взлетно-посадочную полосу отвечает. Пойдем глянем. Нет, это заправочная станция. Действительно, если у тебя есть топливный бак, то нужно как-то самолеты заправлять. Поэтому нужна станция заправки. Покупаем. Без нее никак. А погоди, это же не для самолетов. Я так предполагаю, что это для служебного транспорта.
который обслуживает самолеты и пассажиров. Управляющая башня? О, это, знаете, это такая высокая-высокая башня, которая контролирует полеты самолетов в здешнем регионе. Я думаю, что ее стоит потом прикупить. Пока что для меня это заоблачный ценник. Пойдем-ка вот через этот проход, пройдем в наш терминал. Открывайся, дверца, я прилетел. Типа, я прилетел. Что мы здесь можем построить? Погоди-ка, там наверху появилась еще и фуд-стенд. Это, короче, там мини-кафешечку можно построить. А тут снизу у нас еще есть возможность расширить терминал и построить сидушки. Ну давай, конечно же, сидушки, чтобы комфортно было нашим пассажирам, пока они ждут рейсы. Чё-то как-то я проголодался. Пойдем поедим наверх. Мини-кафешечка, покупаем ее. О, действительно, очень хорошая еда. Прям так название бросает в глаза. Свободная касса. Мы с Кехкой обслуживаем всех пассажиров. Подходите, не бойтесь. О, нифига себе, я ногу закинул. Прям на кассу, ты только глянь. Мне кажется, из-за того, что я так закинул ногу, сюда навряд ли кто подойдет покушать. Лучше прикупим еще столики за 500 баксов. О, вот это уже похоже на фудкорт. Я даже представляю, как здесь будет сидеть куча народа и покупать really good food еду. Чё я могу прикупить? Вот, я все смотрю вот на этот пушбэк так. Давай его купим. Вот он. Теперь я, наверное, могу на нем кататься. Нет, я не могу на нем кататься. Почему я не могу на нем кататься? Мне же нужно как-то толкать свои самолеты. О, наконец-то! Да, теперь я могу по взлетной площадочке ездить на пушбеке. Но что мне еще остается? Самолетов пока что нету, зато я могу дрифтить здесь, пока нету взлетной площадки. Это же круто! На пушбеке-то подрифтить не каждый может. Ох. Когда же я буду уже толкать самолет? Пойдем заправимся. А ну заправьте нас. Блин, я ж тут самообслуживающий персонал. Единственный самообслуживающий персонал. Ладно, поехали отсюда. Заправились. Хорошечно. Я знаю, что пока можно поставить в ангар. Да-да-да, ты прав. Эту самую пушбековскую тачку. О! Чё ангар будет зря простаивать? Хочу еще расширить свой терминал. Так что вот так вот-то мне больше нравится. Конечно же, терминал мы расширили, но проходов к самолету у такого большого терминала должно быть два. Поэтому докупаем еще один проход. Во, вот это я понимаю. Кстати, да, мы же терминал увеличили, значит и фудкорт у нас тоже увеличился. Пойду-ка я туда забегу. Опачки, что это за кнопка? Security checkpoint? О, надо прикупить эту штуку. Ничего себе! Теперь у нас точно сюда не пройдут люди, у которых металлические острые предметы и холодное оружие. Мы защитим своих пассажиров. Да, что-то я заполтался, пойдем покушаем. Во, действительно. Теперь есть возможность построить в фудкорте еще один ресторан. Ну, давай посмотрим, что это за рейстик будет. А, погоди, мне показалось, там было написано ресторан. Это что, переводится как туалеты? Ну, пойдем зайдем в туалет, посмотрим, что у нас там есть. О, какие кабиночки. Так, погоди, там нету туалетов. Это, по-моему, попахивает кидаловым. Туалет построили, а сами туалеты не поставили. Ты только глянь, их там нету. И дверцы не открываются. Словно фальш-туалет какой-то. Ну, хоть руки можно помыть, это радует. Перед едой же нужно руки мыть. Да, крутой вид отсюда просто. Даже вон, можно наблюдать за нашим поездом. Обалденный вид. В терминале мы на данный момент все построили, предлагаю докупить еще один ангарчик. Потом возможность докупить еще ангарчик. Смотри-ка, там вон есть огромный такой остров, куда залетают самолеты. Наверное, там зона отдыха. Там отдыхают, наверное, туристы. Ничего, я сейчас докуплю себе самолет и слетаю туда обязательно. Посмотрю, что они там делают. О, ты только глянь, прям над нами пролетает. Воу-воу-воу, смотри-ка, я на своем толкаче могу выехать за территорию аэропорта. Сейчас. Ювелирный проезд. Опачки! Ну-ка, где этот паровоз? Сейчас мы с ним посоревнуемся, кто быстрее. Ну что, на старт. Внимание. Марш! Давай, толкач, едь. Нет, паровоз нас обгоняет. Да как же так? О май гад! Какие же мы тормознутые с тобой, толкач. У нас с тобой есть две заправочки, и их нужно как-то обслуживать, ну, привозить сюда топливо. И для этого нам нужно с тобой купить грузовик, который будет возить сюда топливо. Правильно, пойдем и купим же его. Опа!
О, ты только глянь, какой он здоровый, сколько в него топлива вмещается, какая у него цистерна. Тут, мне кажется, нужно побольше заправок-то. Ну-ка, пойдем сядем в него. Хопа! Еее! Офигенно! Я вожу грузовик. Теперь я как этот дальнобойщик. Топливный дальнобойщик. Вроде бы такой серьезный транспорт, да? Огромный. Многотонный. Но даже на нем можно подрифтить. Погнали! Поехали-ка, прикупим с тобой управляющую башню. Как раз на нее средства накопил. Наконец-таки. Ну что, я думаю, что она будет очень большой. Покупаем. О, нифига себе, какая она большая. О, да тут подняться даже можно. О, даже лифт есть. Ничего ж себе. Ты только глянь, мы с тобой на самом верхнем этаже этой башни. Офигенно. Кстати, я там видел, что я могу купить радар. Радар нам нужен. Без радара не может быть управляющая башня. Покупаем радар. И теперь мы можем отслеживать все самолеты, которые здесь летают. А что у нас на верхнем этаже? Еще можно подняться выше. А здесь у нас, я так полагаю, будут стоять куча компьютеров, которые будут давать направление нашим самолетам, чтобы они летали на разных уровнях высоты, чтобы не столкнуться в небе. Но пока что я здесь ничего не могу купить. А ну-ка пойдем глянем в окошечко, что у нас там. О, ты глянь, неужели я смогу сейчас построить взлетно-посадочную полосу? Вон, и там что-то добавилось. А ну-ка пойдем вниз, сейчас спустимся. Побыстрее. Заходим в лифт. Мы уже на первом этаже. Сейчас мой грузовичок доставит меня по точкам. Тикс. Что тут у нас можно построить? Действительно, взлетно-посадочная полоса номер один. Что-то она слишком маленькая, очень маленькая, даже не сесть, не взлететь с нее. Надо расширить, по-любому надо расширить. 4000, полоса 2. Покупаем. Ну, уже что-то более-менее, но нужно длиннее. Поэтому копим 6000, чтобы продлить эту полосу. Такси вы, это я так предполагаю, здесь у нас будут стоять машины, которые доставляют пассажиров до самолета. И обратно, естественно, по прибытию. Такси, где же ты, мое такси? А, подожди, это дорога для этих автобусов. А где же сами автобусы? Где мне их купить? Или это дорога для нашего толкача, который будет возить здесь самолеты? Ну это точно для служебных машин. Если у вас свои предположения, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Да, мы сейчас с тобой купим самолет. Ты только глянь, 50 тысяч стоит самолет. И сейчас мы его прикупим, вот этот вот маленький аэрлайнер. Хопа. Да, ты только глянь на него. Подожди, не-не-не-не-не, я пассажиром не хочу, я хочу посмотреть на него со стороны. Та-дам, какой он прекрасный. И сейчас мы на нем полетаем. Ах, да, у меня же, блин, недостроена взлетно-посадочная полоса. Ну сейчас. Мы чуть-чуть еще достроим, буквально вот эту вот штуку, которая стоит у нас 6000. Вот. Конечно, это маловато тоже, но я думаю, что мы сможем взлететь. Пойдем сейчас через терминал зайдем и полетим. Заходим в терминал. Здравствуйте. Прошли пост охраны. Теперь нужно пройти в Gate 1. Здесь у нас Jet Black Airlines. Это как раз наш рейс. Мы сейчас на него сядем. Проходим через гейт. Та-дам! Мы в салоне самолета. Но не в качестве пассажиров. Мы будем управлять этим самолетом. Сегодня мы будем пилотами. Садимся. Так, подожди. Садимся в кресло. Воу-воу-воу. Тихо. Не надо так. Мы сели. Мои пяточки, мои руки держат типа штурвал невиденный. И да, мы можем летать от первого лица и от третьего. Ну еще можем снизу, от колеса, от вида колеса. Не, я больше предпочитаю, конечно, от вида третьего лица, поэтому полетим так. Задний ход. А, блин, точно я забыл. У нас же есть толкач. Самолеты же ведь назад не ездят, их толкают. Поэтому мне нужен толкач. Где толкач?
Короче, я что-то толкаю этот самолет, толкаю, а он не толкается. Причем я толкаю этот самолет своим жбаном. Ты только смотри, он в кеху врезался. Его даже кех, а нет, это я все-таки своим кепариком толкаю. Блин, а он не едет и не едет. Ну толкайся же. Ладно, придется, кажись, через самолет все это делать. На самолете максимум я могу разворачиваться вот так вот. Вот, развернулись. Проезжаем. Проезжаем теперь. Ой-ой-ой-ой! Куда я полетел? Подождите, взлетаем! О божечки! Тихо! Тихо! Нет! Да. Пилот из меня, конечно, никакой. Капец, это не управление, это какое-то убожество. Я разбил уже 10 самолетов, прежде чем научился взлетать. Сейчас я вам покажу, как это делается. Дело в том, что здесь сперва мы отъезжаем отсюда, просто разворачиваемся. Теперь включаем маленькую скорость, вот такой вот достаточно будет. Делаем дрифтом поворот, заехали на взлетную полосу. Мне пришлось перезайти в игру, и все обнулилось. В общем, здесь нету сохранения, поэтому не удивляйтесь, что у меня сейчас здесь ничего не построено. В общем, чтобы взлететь на этом самолете, мы потихонечку добавляем скорость, да хотя какая нафиг потихонечку, на всю включаем скорость и мышкой управляем, куда лететь. Вот и все. То есть, если я курсор мыши поднимаю вверх, то самолет полетит вверх. Если я курсор мыши наведу вправо, он полетит вправо. Если вниз, он полетит вниз. Все логично. В общем, погнали! Включая турбины на максимум. Воу-воу-воу-воу-воу, полетели, ребятки! Мы летим! Круто, надо вид от первого лица включить. Так, это я от колес включил. Это колеса. Смотри, как круто! Офигенно! Да. А вон, кстати, остров. Сейчас мы на остров залетим. Так, вид от первого лица. О, кеха доволен, кеха доволен. Так, кажется, нас разворачивает. Нам этого не нужно. И да, пока мы летим, нам наматывают fly timing. То есть это время полета, который мы потом сможем продать и получить денежки. Попробуем пролететь низко над землей. Главное не рухнуть нафиг. Так, скорость сбавляем. Сбавляем скорость чуть-чуть. О, падаем, падаем, падаем. Скорость побольше. Не-не-не-не-не. Фух. Фух, чуть не врезались. Это было опасно. Да, управлять самолетом это очень тяжело. А если еще и заходить на посадку, это капец как сложно. Сейчас тихонечко сбавляем скорость. Мне кажется, надо уже начинать. Поворачиваем. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп, тихонечко-тихонечко-тихонечко. Ой-ой-ой, дерево! Блин! Ну, в итоге мы сели. При помощи дерева. Сейчас мы его объедем. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо. Ты глянь, там какой-то другой самолет есть. Сейчас мы на него попробуем сесть. Подъедем. Воу, крутой. Какой-то очень крутой самолет. Так, мы приземлились. Все, выходим. Выходим с самолетика. Бежим смотреть, что там у нас. Неужели я на нем смогу полетать? Садимся. Офигеть, ты прикинь. Я могу на нем летать. Ну что, погнали. Так, даем газку. Взлетаем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Нифига себе. Юху, мы летим. А ну-ка давай попробуем догнать какой-нибудь пассажирский самолет. Так, я догнал один пассажирский самолет. Воу-воу-воу, как меня качает. Интересно, если я в нем врежусь, то это будет капец, наверное, да? Так. Опять его нагнал. Сейчас попробуем протаранить его. Вот так вот. Воу. Ему ничего, кстати, не стало, а мне стало. Причем больно. Так, заходим на посадку на какой-то аэропорт. Снижаем скорость. Опа! Приземлились, югу! Тихо-тихо-тихо-тихо, останавливайся, куда ты едешь? Все, мы приземлились. Фух, слава богу. Слава богу. Разворачиваемся. Сейчас подъедем к терминалу. Так, аккуратненько подъезжаем. Оп-оп-оп-оп-оп. Сейчас, вот так вот. Пристыковываемся. Вот так вот, все. Пристыковались. Огонь! Ништяк! Ну все, теперь можно принимать пассажиров. Интересно, кто-нибудь выйдет? Нет? Сядет самолет. Садись, друган! Сейчас полетаем. О, это второй пилот будет! Круто! У меня теперь есть второй пилот! Здорово, дружище! Ну че, полетели? Разворачиваемся, взлетаем! Юху! Полетели!
Ну что, ребятки, я думаю, что на этом стоит закругляться. Если вам понравился этот плейлист, то ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны. Всем удачки, пока и до нового видосика. Десантируемся быстро. Ю-ху! Ой, блин, что-то я не туда десантировался. Блин, блинский.